Псалом 35:1-17, Господь мститель за народ свой. Вступайся в дело мое, Господи, с теми, кто борется со мною. Сражайтесь с теми, кто сражается против меня. Возьмитесь за щит и щит. И встаньте на мою помощь. Обнажи копье. И останови преследующих меня. Скажи душе моей: я твое спасение. Да постыдятся и посрамятся, ищущие души моей. Пусть повернут назад и смутят тех, кто замышляет мне зло. Да будут они, как мекина перед ветром, и да преследует их ангел Господень. Да будет путь их темен и скользок, и да преследует их ангел Господень. Ибо напрасно спрятали для меня сеть свою в яме, которую вырыли напрасно для души моей. Да придет на него неожиданно погибель, и да поймает его сеть его, которую он скрыл. В это самое разрушение пусть он упадет. И возвеселится душа моя, Господи. Оно будет радоваться его спасению. Все кости мои скажут: Господи, подобный тебе. Избавляющий бедного от того, кто слишком силен для него. Да, бедный и нищий от того, кто грабит его. Поднимаются ярые свидетели. Спрашивают меня о том, чего я не знаю. Воздают мне злом за добро. К печали души моей. Когда они болели, я одевался в ретище, смирял себя в посте. И молитва моя возвращалась к сердцу моему. Но в моей беде они радовались и собирались вместе. Нападающие собрались против меня, а я этого не знал. Они рвали меня и не прекращали. С нечестивыми ругателями на пирах скрежетали на меня зубами своими. Господи, доколе ты будешь смотреть? Спаси меня от их разрушений, мою драгоценную жизнь от львов.